Итак, ребятки, всем привет, с вами Нелапсин. Мы продолжаем проходить Метро Эксодус, это у нас какая уже шестая серия, по-моему. Вот. В прошлой серии что мы сделали? Мы бродили по пустыне, встретили женщину, которая сказала: «Ты не ешь собак, тогда я тебя сама съем, вах, шайтанума!» Вот, и отжали машину. По-моему, все, что это было. Да, посмотрим, что там будет дальше. Вот. Девица в беде оказалась не такой уж и беззащитной. Угу. Гюль – одна из последних местных жителей, все еще пытавшихся бороться с бандитами. Потому они и осадили ее маяк. Когда с бандитами было покончено, она пообещала показать путь в бункер центра связи. Гюль рассказала, что там работала ее мать, и что после войны центр еще какое-то время продолжал работу, собирая карты заражения местности. Угу. Это как раз то, что нам надо. Пора снова спуститься в подземелье. Ну ладно, чё. Без проблем. Единственное, чё, пока там грузится. Я сейчас еще один момент сделаю. И давай, скройся. На метро. О, понятно. Короче, лучше не скрывать игру, пока она грузится, я понял. Не, нормально. Скрылась. Так. Угу. Это вот сейчас выключим, да? И нормально. Все. Поехали. Так. Где наша эта красавица Гюль? Сейчас еще. Настройки. Видео. Ага, все нормально. Так. Верстачок. Верстачок, верстачок. Что у нас тут? Птичка 4. Ага, ладно. Патроны есть. Угу. Банки, ножи есть. Давай, вот это можно, в принципе. А, я понял, нельзя. В принципе. Угу. Тут дофига все нужно хранить. Ладно. По оружию у нас что? Так, хорошо. Я думаю, может, блин, из этого сделать какую-нибудь снайперка, но у нас, видишь, блин, прицела нет нормального на него. Нам бы прицел какой-нибудь, чтобы его как раз снайперкой сделать. На длинной дистанции, типа, как у этого. Вот у нас у калаша оптика X4 там или X16 какой-нибудь. Вот, тогда было бы классно. А калаш уже сделать этот, втихую, какое-нибудь тихое оружие. Ладно, поехали. Что у нас тут? Готов? Нет. Нет? Скорее тогда. Торопись, да? Торопись, да? Иначе я тебя сожру вместе с собакой, да? Где у тебя тут можно переночевать? Нельзя, да? Ладно. Подожди, это что такое было? Подожди, подожди. Ага. А тут еще что-то было. Еще что-то было, нет? О. Ага. Картинка. С морем. Зачем ты фотографию забрал? Дурак, что ли? Ий. Открытка 11, да. Ага. Слушай, ни хрена мы там открыток просрали, конечно. Я что-то вообще забыл про них. Ну ладно. Поехали. А ты меня не съешь? Да, красиво был. Море был. 5 лет мне был. Мама молодой был. Живой был. Теперь ну, давай навсегда хорошо. Звери в уроды превращал. Угу. Людей в звери превращал. Угу. Народ Гюль в звери превращал. Не сам по себе. Нефтяной собака превращал. Море уходил. Нефть оставался. Угу. Хорошо. Старик умирал. Молодой оставался. Это у нее калашик, собак, да, такой? Нефтяной слушал. Да. Собака говорил. Он бог огня теперь. Угу. Молодой поверил. Хорошо. 5 лет война кончался. Мама умирал. Гюль один оставался. Угу. Все.
все, в принципе. Ну ладно, тут они хотя бы заблочили этот проход. Че ты тут рассматриваешь? Мне прям интересно, слушай. Че хочешь сказать, сейчас эти монстры какие-то нападут? Угу. Флайер, да? Окей. Так, гирька у нас вон там. Опа, здрасте. Сейчас по возможности, да, тут все посмотрим. Один я сюда ходил. Угу. Один знаю, как дверь открывать. Хорошо. Вниз не ходил, вниз пауки. Внизу пауки. Блин, да. Ой, только начало серии, а уже, блин, обсёр. Подожди. Подожди ты, подожди. Мне тут облутаться надо для начала. Какой проход? О, еще. Пауки, блин, ненавижу пауков. Какой проход? Ты о чем? Слушай, подожди, реально, какой проход? А-а-а, все. Я просто слепой. Пауки, это, блин, вот прям, ну не мое это, пауки, это прям, мурашки по коже. Не знаю, почему-то, типа, если смотреть на видео, там, да, или там еще как-нибудь, типа, если не ко мне они вообще как-то относятся, то, блин, меня это даже как-то не колышет, так как, например, вот в этот... в играх там, или если они где-то рядом ползут, блин, прям мурашки по коже. Вроде и арахнофобия, но в то же время не прям, чтобы сознание там терять, чтобы, знаешь, аж до смерти бояться их. Так, еще что-то есть? Ага. Здесь ничего нет, подожди, вот тут вот, вот тут вот. Есть. Отлично. И тут есть. Замечательно, замечательно. Это все пригодится. Рано или поздно это все нам пригодится. Так, трупик. Трупик уже не осмотреть, да? Хорошо. Ладно, поехали. Че? А, где она там, это? Июль. Взрывается там что-то. Ой, паучки, паучки. Ой, паучки. Слушай, может, ты первый пойдешь, а? О, молодец. Зажигалка, да, нахрен сразу же. Что потом не ползло по мне никакой дряни. Угу. Электричество шоу. Чё? Давно нет. А. Включить надо, ворота открывать надо. Ох, кыш. Фу, вай. Это что было? Это что сейчас рыгнуло, слышь? Дверь закрыт будет. Я понял, что электричества нет. Что только что за звук был? Уди! Где, говоришь, электричество? Тут, да. За что я ненавижу метро, так это за пауков, вот прям не знаю. Как же стрёмно, а? Охренел, что ли, так пугать? Да подожди ты там, я тебя даже не слышу. Куда там, что, зачем, почему? Ладно. Благо тут хоть не разбились.
А ты отворачивайся от монитора просто. Так, блин, а звук-то все равно остается, понимаешь? Я и так глаза закрываю. А звук-то все равно остается, то, что по мне кто-то ползает. Разработчики, конечно, молодцы, блин, они это продумали. Типа, раз вам ни зомби, никакие убийства не страшны, то, блин, получайте пауков. Если мамин вещи увидишь, принеси. Большое спасибо говорить буду, сколько жив буду. Окей. Если мамины вещи принесу, да? Не, ну а почему нет, типа? Ёпта, а что там такое? Фу-фу-фу. Глянь, сколько пауков, охренеть, слышь? А ну нахрен, пошли. Эй, ёпта вас тут. А, вот это вы молодцы, да, придумали. Ага. Угу. А, я помню, да. Я понял, понял. Это мне еще с... Не помню, с 2033-го. Нет, подожди. Или да? По-моему, с 2033-го мы это знаем. Что пауки света боятся. Ты умрешь, нет? Мертв уже, а что тело не пропадает? Так, мамины вещи, мамины вещи, мамины вещи. Большие такой что-то там. Я, конечно, предполагаю, что мне вон туда, да? Но что-то как-то туда мне идти вообще неохота. Мамины вещи, мамины вещи. Большой такой. Мамин вещи. Блин, не знаю, ты бы хоть показала, рассказала, как что это выглядит. Там рюкзак, еще что-то. Оружие какое-то. А, да, там и не только пауки. Я! А ну не спойлеры. Не только там пауки. Подожди. Угу. Нормально. Так, эй, оружие возьми. Дурень. Вот. Так, только единственное, что не автомат, а пистолет. В автомате там сколько патрон? Угу. Нормально. Сука, ты ёб твою мать. Идите нахрен. Что я вообще тут забыл? Да хорош сыпаться, эй. Тихо. Что началось? Что это за звук? Не хочу. Просто не. Ёб твою мать, слышь? Эй! Нахрен пошел? Ёб твою мать, а? Выходи давай, блин. Ты выходи, выходи. Я тебя не обижу. Не выходит, сучка справа бегает. Вот вот такие пауки мне вообще не страшны. А вот мелкие, которые, блин, по тебе ползают. Ой, фу, прям. Драж, прям пипец. Ты ж дурак. Дурачок. Вот так-то. Ползает он тут. Видите, да? Спайдермен, Спайдермен.
На-на-на-на-на, Спайдермен. На-на-на, на-на-на. Угу. На, ну как бы, да, перепрыгнуть-то мы не умеем. Угу. Зажигалка как-то попроще, больше освещения дает, чем фонарик. Так, подождем. Серьезно? Ну, похрен, даже если отсюда как-то потом не смогу выбраться. Не верю, что разрабы типа сделали такое место, из которого нельзя выбраться. Хотя один раз я уже застрял. Да. Угу. Ну да, в принципе. Главное не отключать фонарик. Фонарик наше все. Тебе-то смешно, блин. А мне, знаешь, как? Не смешно. У меня тут все сжалось. Следогад. Угу. У нас тут получается, угу. Ходка ихняя, да? Мамины вещи. Ёб твою мать, а? Угу. Так, значит, надо быстрее все это делать, потому что у меня фильтров не так много. Ну, сейчас до страха вообще как бы не это. Не до страха. Да. Сучки, а? Угу. Быстро, быстро, быстро. Фонарь, отлично. Вещи, вещи. Блин, еще вещи ее этой мамане надо найти. Ну-ка, на худо, блядь. Нахрен, туда же. Нахрен пошел, говорю. До свидания. Мы уже научены и помним то, что как бы это не надо стрелять по пузу, потому что панцирь у них непробиваемый. Нахрен пошел. Вещи, 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 вещи. Вещи. Угу. Так, а нам вот сюда как раз, да? Все, в принципе. Давай включим свет, сейчас, по идее, полегче будет. Не бойся, я с тобой. А, да! Да, не бойся. Легко сказать. Артём, раз, проверка связи. Это я, Дамир. Надеюсь, ты меня слышишь? Я на объекте. Чую, меня чуть не подстрелил. На объекте? Ну, хорошо, будь на объекте. Опа. Всем приготовить средства защиты и оставаться на местах. Ждать дальнейших указаний. Блин, и фильтров как назло сейчас нету, а? Слышал, Артём? Слышал. Ты лучше мне вещи матери дай. Тогда я точно послушаю. Блин. Угу. Магнитофон, окей. Степаныч, херовые дела. Через те трещины, что на нижнем уровне получились, как крайний раз тряхануло, газ бросает. Сука! Отличный, чтоб ты понимал. Вентиляция его пока вытягивает, справляется. Но что, если снова свет отрубится? Или тряхнет?
рванет еще разок, и трещины по шее откроются. Я Викторовичу доложил, но он в своем репертуаре сидит у себя в командирском кабинете, бухает и толдычит одно и то же. Не разводить панику, придерживаться директивы 01. Директивы 01. Я сейчас такую директиву тут наложу. Охренеть. Сейчас я испугался. Да, блин, охренеть. Даже намеков не было, то, что они там есть. Типа, поворачивается, тут ползают. Гадины яйца. Еще две. Нарви. Не знаю, вы хоть намекайте как-то, типа, по вам сейчас ползают пауки, блин, или по вам сейчас будут ползать пауки. Не так хоть страшно будет. Давай попробуем фильтр сделать. А, ну хотя, в принципе, 8 минут. Давай сделаем, знаешь, еще. Нужно материалов на один. Давай до 10 сделаем. Да. В принципе, нормально. Оружие тоже неплохо. В принципе, ладно. Так, фильтр, говоришь, надо поменять. Ну нет, еще минут, еще какой менять фильтр. А, чтоб тут, блин, никого не было. Артём, я попробую открыть нижние уровни. Может, не надо. Смотри, сколько тут пауков. А, вот оно. Открываю! Не надо! Не хочу! Не хочу, не буду. Бля, сколько там пауков, мать вашу. Не хочу. Система вентиляции работает в штатном режиме. Всем действовать согласно инструкции. Не надо. Позядя. Момент убийства какой-то записан был. Какого нахрен убийства, блин? Сейчас обосрусь, блин, тут. Убийство. Мать вашу. Ты мне еще тут потрезвонь. Чисто звук. Вещи. Нужны вещи. Где вещи? Охренел, что ли? Вещи матери. Где вещи матери? Так. Ага, не сюда. Ну как бы сюда мы сходим, чисто из-за того, что нужны вещи найти. А, ну как бы сральники, ну да. Угу. Где бы еще ныкаться паукам, а? Конечно, в сральниках. Нахрен. Отлично. Угу. Угу. Нормально. Угу. Слушай, подожди, а тут вот дверь была, да? А, ну, в принципе, ее можно открыть, ладно. Я думал, как-то надо будет обходить все, искать, когда попасть. Тоже ничего нету. Допустим. Слушай, давно мне не говорили то, что я в каком-то слишком глубоко. Типа... Отлично. Я слишком глубоко. Она? Блин, пожалуйста. Хоть бы это была она. Отдай. Да, вроде она, слушай. Да? Ну, вроде как. Так, что-то еще есть. Зажжем. Как безопасное место. Нахрен. Пошли. О том, чтобы дальше жить, Стюль, в этой норе. Вот, да. Может быть, и речи. Каждый
каждый день открываются новые газовые гейзеры. Скоро весь бункер завалится. Надеяться не на что. Никто уже не знает, зачем мы здесь. Работать невозможно. Спускаюсь вниз только за жалкими крохами, которые теперь называются пайком. Тихо. Классно. Ну, естественно, как бы, да. Угу. Предсказуемо. Свет отключается и полезли. Говнодемоны проклятые. Нахрен. Нахрен, сказал. Ладно, чтоб через окна не полезли. Беги, блядь, Тёма. Что, сыкну, да? Сыкну, сука. Нахрен, нахрен, ребята, нахрен пошли. На пузо. Правильно, сука, я тебе, блин, сейчас укушу, слышь? Гады такие. Да умри. Сучка. Кусайте еще, смотри-ка. О, кстати, ящичек. Я его не заметил. Угу. Давай, еще двое должны быть. А? Не будет? Знаю я вас, вы, сука, просто так не отпустите. Выйду ночью в поле с конем. На-ра-на-ра-на-на-ра-на. Только мы с конём. Сука, да хватит, пожалуйста. Еще помню с конём. Мать твою. Ёб твою мать. Слушай, а чё их тут так дохера? А это, ну, как бы нормально? Нахрен пошел? Нахрен, сказал, пошел. На пузо. Отлично. Нахрен, пошел. Давай, давай, подходи, подходи. Привет. На пузо. На пузо, на пузо, на пузо. Ага. Отлично. Ненавижу, блядь, пауков. Угу. Нахрен. Не-не-не, только не сейчас, слышишь? Не тухни. Надо... Блин, да не получается, а? А куда ты сейчас побежишь? Дружище, на пузо давай. Ага. Свидание. Сучка. Блин, и не накачай сейчас, хотя... Почему не накачать? В принципе, можно. Нормально. Бегает, бегает, бегает. Угомониться никак не может. Подходи, подходи, дружок. Вот же сученька маленькая, а? Смотри. Хорошо. Ты давай, подходи сюда поближе. Ой, здрасте. Я, видишь, не успеваю, блин, за ним расследовать. Да ты что? Да ты что, слышишь? Эй, дурачок, ты меня еще за километр укуси, блин. До свидания. Охреневший. Блин, понавылезали. Ужас.
Не надо. Не надо. Шкварчат там. Скоро запустим аварийную систему. Лифту должно хватить. Если уже нашел карту... Так, а это мы где? Не были заметка. Так. Ой, а можно поменять? Не, нельзя. Ну, ладно. Хорошо, допустим. Подожди. Сейф. Так. Отлично. Куда нам нужно-то? Влево. Можно открыть. Ты охренел? Выключает он. Слышь? Приготовься. Ты давай спускайся, блин. Я посмотрю, как ты будешь готовиться. Приготовься. Есть что-то? Пусто. Тут тоже пусто. Давай. Там должно быть что-то, ну. Хорош. Карта. А, это зараженных секторов. Все, я понял. Текстуру убежали. Полный атлас. Ага. Хорошо. Больше ничего мне не хочешь? Тут найти, не знаю. Мне не хочет. Ладно. Чем могу сказать, чем? Так, не сюда. Еп, твою мать, он уже ползает. Блин, их тут немало ведь. Ладно. На пузика. Ага. До свидания. Угу. Давай, 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 давай. Ай, молодца. Следующую. Не, вот будь тут РПГ, типа, вообще похеру. Пауки, зомби, еще какая-нибудь шваль. Вообще все равно. Что? Подожди, что такое плюется? Да, Алёш, хорош, слышь? Ладно. Бля, сейчас пистолет тоже такое себе делал, чисто из-за того, что там перезаряжаться нужно часто. Угу. Песок, да, нормально, классно вы придумали. Нахрен пошел? Да в смысле, эй? О. Джеронимо! Сука, нет, не Джеронимо. Джеронимо! Нахрен пошли. Артём, давай быстрее! Фу. Сейчас генератор имеет
Да, все, я уже тут. Ты не говори, что мне еще тут надо будет защищаться, а? Лифт уже не нужен. Но мы можем просто отсюда уйти, не? Амир, электричество почти вышел весь, скоро совсем жжет. А, шайтан! Артём, Юль, уходим. Да, погнали. Пока свет, они не бросятся. Бегом, марш! Давайте, погнали. Чё встали-то? Угу. Ну, это вообще такой себе стример, типа. Было даже и ожидаемо. Что? Нахрен пошли. Угу. Хорош. Я вот тоже думал насчет этого. Как у нас? Так что осталось отвезти их полковнику на базу. Кстати, тачку эту я пригнал. Она тут, на причале. Угу. Как этот лифт вообще работает? Весь бункер ведь в трещинах. По хрену знает. Мама говорил, его много чинил. И остальное тоже. Кстати, насчет мамы, да. Ты прав, Мэтт. Спасибо тебе, Артём. Не за что. Это тебе. Когда я маленький был, отец дарил. Дамир говорил, с вами девочка едет. Угу. Отдай ей. Пусть удачу ей принёс. Окей. Вы очень везучий. Мунай-Байлер много поход ушёл, почти весь. Если Орда был тут, вы бы уже мёртвый был. Думаю, это наш шанс что-то изменить. Угу. Хорошо. А, Мунай-Байлер. Это по-русски получается нефтяники, пожалуй. А. Меня слушал, как и ты рассказывали. Ага. Когда вышел, направо езжал. Там дорога в порт когда-то был. Ага. Аня должна быть где-то там. Свяжись с ней. Наверняка она нашла что-то интересное. А как я с ней свяжусь? Давай, Артём. Хорошей дороги. До свидания, Артём. Пока. Ну ладно. Выезжаем и вправо, да, там. Он говорит, дорога в порт была. Понял. Ну, сейчас как раз тут судно. Попробуем пролутать. Чёрт, тут песок. Я рядом с портом. Лежу за основной дорогой. Ага. Активность есть. Пока ничего особенного, но лишний ствол бы не помешал. Окей. Сейчас прибежим. Отправляю твои координаты нашим разведчикам. Ну, главное на самом деле то, что больше не надо с пауками воевать. Это, пожалуй, для меня самое главное. Я, конечно, все понимаю. Я, конечно, все понимаю, да? А выбраться-то мне как теперь? Сюка. Блин, понаделают реально текстуры, блин, кораблей. А потом хрен знает, как выбираться. Сука. Блин, легче загрузиться, походу, да? Сейчас бы застрять, да и не говори. О, подожди, вот тут вот есть какое-то место. Мне можно встать повыше чуть-чуть. Сучка. Ну давай, ну вот сейчас было бы хорошо. А, нет. Сука. Да ладно. Понятно. Я думал, мне весь бункер по новой надо будет проходить. Жесть. Нахрен такие корабли, короче, все.
Не буду я туда лазить. Злые они. Или загружаться перед ними буду. Вот, точно. До свидания, Артём. Давай, пока. База, это Анна. Чёрт, я рядом с портом. Слежу за основной дорогой. Активный день. Пока ничего особенного, но лишний звук бы не помешал. Ну ладно. Сейчас приеду. Тем лучше. Ворон говорить будет. Тем лучше. Ворон говорит. Так, братва. Перетер я по радио с пацаном этих гастролеров с поезда. И вот даже не знаю, что и сказать. Короче, похоже, настоящий поток. Ага. И приходил он сюда не просто так, а по важному заданию. Верховного командования. Что за задание, правда, не колется. С понтом секретное оно. Но, мужики, если думаете, что это все, то хрен там плавал. Знаете, откуда это? Полковник пожаловал. Прямиком из Москвы. Ничего смешного. Давно так держал. Так это еще не все. Этот клоун хочет воды, топлива и проезда по нашей территории. Ему ничего, правда? А взамен Верховное командование нас щедро потом отблагодарит. Ребятки, я такой херни в жизни не слышал. Не знаю, что за полковник и кто ему сказал, что у нас тут лохи пальцем деланные живут. Но такие шуточки ему даром не пройдут. Пока что вот как будет. Кто живого гастролера мне притащит, озолочу. Интересно мне на гостя из самой Москвы взглянуть. Взглянешь, не волнуйся. Мне, походу, тебя лично надо будет прикончить. Дурачки, что ли? Йоу, да так. Целая стая. Нормально. А. Ага. Снайпер элит, блин. Дружище, иди в КС играй. Там как раз такие, как ты, бегают. Ты охренел? Прикинь, стреляет он тут. Если я выстрелю. Еще понять бы, да, он оттуда. Вон, видишь, целится. Все. Не, давай лучше доедем. Пофиг. Мне вот интересно, куда нам вообще ехать-то? По прямой. Да хрена, что-то ехать. Анька? Да, Анька вроде. Пойдем, покажу кое-что интересное. Меня эта пыль доконает. Я тебе тоже могу кое-что интересное показать, на нас там целятся. Смотри, как я тут устроилась. В Москве было неплохо. Похуже. Правда, жарище тут, духота. Ну, как бы да. Скоро свалюсь, как Степа. В общем, что я тут разведала? Видишь кран на краю пирса? Но. В кабине кто-то есть. Толком не разглядеть, но мне кажется, он меня заметил, как только я пришла сюда. Да ладно, правда что? Наблюдение за базой точка отличная, так что проверить нужно. Теперь посмотри на тот разбитый корабль. Самый большой, у самого обреза воды. Видишь? Так но. Вот он не разбит, а разобран. Угу. Туда несколько раз подъезжали грузовики с клетками. Похоже, хорошо. Эти бандиты держат там местных. Ага, нормально. Нифигово, парни, что там их простреливают. Думаю, это диспетчерская аэродрома, но не уверена.
В любом случае, техники там должно быть много. Может, Анька, тебе нормально вообще? Он в тебя только что попал, как бы. Через стену. Вижу, ты нашел карты. Так, подожди. Молодцы вы с Дамиром. Подожди, подожди. Убери карту. Я буду дальше следить за вышками, а ты решай, что делать дальше. Чужой. Как же хочется смыть с себя песок. Быстрее выбраться из этой пустыни. О! Если собираешься в порт, давайся. Как раз канатка в ту сторону. Патроны, конечно, не бесконечные, но до свидания. Пострелял? Ха! Готов! Хорошо, пошел. Ладно, Артем, обыщи его наблюдательный пункт. Наверняка там есть что-то интересное. А я сменю позицию. До встречи на базе. Говорит, свежая игра, да? Я стою в трех шагах от нее. Она мне говорит это по рации. Обыщи пункт. Сейчас сбегаю, обыщу. Метро, метро. Там, ладно? А чё не по рации-то? Чё, голос появился? Поаккуратнее. Ну ладно. Так, тут как-нибудь поаккуратненько вот так тут, да? Так, а как нам... до туда доехать? А, по мосту. Ладно. Метро, метро, ты, конечно, да. А прикинь, если вот реально кто-то там, знаешь... побежит, да, такое даже не заметит, типа... по нему стреляет, ему вообще пофиг. Подошел, там его убил, да, это такая типа. Молодец, Артем. Теперь проверь его пункт. Мы-то с тобой как бы нет, не терпил, правильно? Если по нам стреляют, значит мы постреляем. Че нам? Карта, они, конечно, сделали большую вот эту. Так, подожди, а где тут мост этот? Просто удалил сообщение, ничего такого? Значит, что? Ты вообще о чем? А, у Сакуры-то, не знаю, у меня сообщение до сих пор держится. Ну ладно. Так. Получается, как-то тут мне надо пройти. К ним туда, да? Ну, давай. Прогуляемся. В принципе, мы тут уже были. Как раз пытались тогда с ними почти в самом начале стреляться. Нам же на этот кран, правильно, надо? По идее. Ну, да, вроде. Я понимаю, жарко, тяжело, но надо как бы надо. Дурак, что ли? Так, ну вроде тут ничего такого нету, да? Вроде как ничего ценного. Спальник, в котором даже поспать нельзя. Ага,
Вроде ничего. Так, подожди, а там же тело упало, правильно? А где тело? А где его тушка? Чё, уж тушку прибрали к рукам? Вот гады, а. Ой, ну и ладно. Слыхал? Ну давай. Верстачок. Нормально. Опа. Прицельчик. А что у нас за оружие? Вот тебе и снайперка, в принципе, да? Блин, жаль во второй слот. В принципе, сейчас, ну-ка, подожди. Аптечки. Угу. Так, да, ага. Тут у нас что можно сделать? Прицел, ага. Тут у нас что? Удлиненный ствол. Ну, допустим. Рукоятка. Ага. Патроны. Однорядный магазин. Ага. Для 5 патрон. Угу. Перезаряжать винтовку и вести огонь, не прерывая наблюдение цели через прицел. Слушай, неплохо. Угу. Тут, в принципе, можно без этого сделать. Тем более, если снайперка. Так. Хорошо. А калаш мы тогда сделаем с этим. С глушителем. Так. Калаш. Я тебе сейчас посигналю. О. Да тихо там, слышь. Ой, вот дурачки, слушай. О, кстати. Слушай, слушай. Ну, примерно так, да. Всё, хватит. Кого повелить огня? Барон сказал. Так, что там? Ёб твою мать. Так, подожди, а как же? Да стой ты, ёб твою мать. Ага, по верхнему понял, прицел идет. Ладно. Ты что? Снайпер на нашей старой корабельной точке на эстакаде. Угу. Где в прошлом месяце была мать. Ой-ой-ой, где-то опасно. Ага. До свидания. Вон там он еще один. Да в смысле не попал? Свидания. Ага. До свидания. Где чё? Не вижу. Ага. Сучка. Трудочёта,
Да алло, нифига себе, слушай. Неплохо. Простреливают. Угу, хорошо. Ладно. Допустим. На маяке полярках последний день. Опять же лаву словит, небось. Серьезно? Не попал, да? Вроде убил. До свидания. Да хорош постреляй, слышь. Ой. Баночку бросил. Подожди, хочешь сказать все? Что-то мне вон там он трупик напрягает. Давай сейчас аптечки опять же сделаем. Да? Сразу. Ага, аптечки. И немного патронов. Хватит. Так. О, тут еще может повыше забраться. Давай. А почему нет? Тем более там спуститься можно быстро. Так, о. Ага, нормально. Ничего. Тоже ничего. А вот сейчас вопрос, кто огонь открыл? И откуда? А, это мы видели. Здравствуй, пришел век поставить и бежал. Привет, Плюх. Как бы да, это как бы не YouTube. Тебе найду, где поставить. Окей, спасибо. Так, подожди. Туда. А это ниже, да, там трос был? Чтобы спуститься, да. Не, давай к машине тогда лучше. Ладно, тут. Я думал, что-то поинтереснее будет. Но нет. Нормально. Джеронимо! Нормально. Нормалек. Сейчас этих ребяток. Подожди, там еще одна машина. Показалось. Сейчас этих ребяток тогда болтаем. И хорошо. Эй, верни калаш. Ага, да. Ага. Так, а где еще один был? Тут же еще один был, нет? Странно, ладно. Пофиг. Не так важно. Ага. Собираем. Угу. Отлично, отлично. Не, ну ребята, конечно, это жесткий, слышали, там неплохо так стреляли. Эй. Тут. О, Мосинг, кстати. А, хрен. А не Мосинг. Обычный револьвер. Угу.
все. Ну, что-то ребятки какие-то потухшие. Так, что, куда нам нужно теперь обратно к этим? В вагон, отдать карту. В принципе, вон туда он можно будет забраться. Смотри, вдруг там в чем что-то есть. Давай даже попробуем. Так. Угу. Отлично. Расскажешь что-нибудь только? По-моему, нет ничего. Трупик. Гнездо вроде какое-то, да? Реально гнездо какое-то, слушай. Ну ладно. Тихо. Там, в принципе, ничего нет, тогда поехали на машине. На машине уже к этому, к нашему вагону. Левее. А, снайперку мы неплохую, кстати, нашли. Угу. И тебе не кашлять. Желательно бы еще на нее какой-нибудь, не знаю, глушитель, да? И... было бы неплохо. Но глушитель... я что-то сомневаюсь, что на нее глушитель есть. Ну или прицел получше. Там, знаешь... даже не знаю, оптику 16 какой-нибудь. Не переворачивайся. Подожди, что, опять это, что ли? В юбиле, короче, было. Мне вроде показалось. Хотя, блин, такой песок. Я смотрю, что мне показалось. Смотри, просто все в песке. Охренеть. Вообще ничего не вижу. Че? Давай быстрее, проходи! Окей. У меня Дамир на связи. Садись, окей. Я быстро. Да вообще жесть. Хорошо, конец связи. Нашел? Молодчина, Артём. Нашел. Хорошие новости. Артём добыл карту. Молодцы. Ой, как же здорово. Сергей, приступай. Я тоже подключусь. Данных вот, много. Попишу. Чем скорее разберемся, тем лучше. О, это хорошо, спасибо. Карты у нас, теперь надо думать, как убраться отсюда. А может лучше мелким дадем? Проблема. Нужна вода и для Авроры, и людям, сам видишь. Степан, князь и Алёша уже выбыли из строя, сильное обезвоживание. Еще нужно топливо. Все это есть у местных головорезов. Я связался с их главарем, так называемым бароном, но его условия... Какие? Неприемлемы. Юля рассказала, где источник, но он, естественно, охраняется нефтяниками. Дамир провел разведку. Шанс проникнуть туда скрытно есть. В общем, Артём, как будешь готов, выдвигайся навстречу с Дамиром. Да какой нахрен скрытно? Просто по-бырому ворвались и убить. Доставить воду на Аврору. Удачи, Артём. Мы все рассчитываем на тебя. Хорошо. Крест, как там погодка? Артём, пока тебя не было, я доделал для тихаря еще одну штуку. Так. Можешь установить. Верстак тебя ждет. Давай посмотрим. В принципе, я им не пользуюсь, но типа почему бы и нет. Ага. Наружка. Что у тебя?
Ну что я могу сказать? Не зря мы сюда ехали. Ну ладно. Уже разобрался? Так. Кажется, да. Уровень заражения показан цветом. Стандартный, укороченный, удлиненный. Хорошо. Они динамику изменения фона сделали. Убойник какой-то. А когда? Гатлинг. Давненько. Будем надеяться, что за это... А, так это и есть Мосинка. Вот у нас... По каким окей. районам карты? На месте особо не занимаются. Дедушка Ерма, а у вас... Дядя Артём, это мне? Да? Ух ты, спасибо! Смотрите, дедушка Ерма, у меня теперь фляга есть. Ну, теперь попросим, чтобы ее воды налили. Будет твой неприкосновенный запас. Да. Вау, спасибо! Мам, мне дядя Артём флягу подарил. Сибирь, Урал, европейская часть страны. А, вижу. Артём, спасибо, что зашел ребят проведать. Да ладно. Я тут сижу с ними, а сердце кровью обливается. Стёпа вообще жару плохо переносит, а без воды, да на самом солнце. Смотри, уже знает, что он переносит, а чего нет. Лёша с князем тоже свалились. Ну, блин, им понятно. Им просто вода нужна, а я ничего сделать не могу. Понятно, без воды всем не сладко. Но жалко их так. Ты уж постарайся придумать что-то, а? Постараюсь. Спасибо, Артём. Да ладно. Привет, нормально. Артём. Давай. Про воду ничего не слышно? Да нет. Сейчас пойду разбираться. Я конденсат собирать пытался. Но охлаждать установку нечем. За сутки Так, ладно. Раз говорите, вода нужна. Пойдем тогда воду и добудем, да? Так. Мосинка и коллаж с глушителем. Шо, Артём, неважно у нас положение, скажи. Да, ну блин, ну такое. При даче у нас тут и гости были. Но мы их по первому чину приняли, дело ясно. Они как набежали. Степан как раз со своими сырубкой на посту стоял, ну и покрошил всех. Нормально. Мы выскочили, а тут уже одни клочки по закоулочкам. И Степан лежит. Я думал, загрызли гады. А нет, целый. Но жар у него и бредит. Тепловой удар. Вот. Ну, снесли его на станцию. Лежит пластом. Остальные хлопцы тоже еле ходят. Так что, если нефтяники местные серьезно навалятся, можем и не сдюжить. А навалиться-то они как раз могут. Потому что, сдается мне, Гюль в темную нас разыграть хочет. Столкнуть Думаешь? Нас с ними лбами, как тех баранов. Это ей был бы куда как на руку. Да толку с того, если мы все тут без воды ослабнем, и они нас тепленькими возьмут. Вот. Полковник воду одним больным да часовым выдавать наказал, а сам-то не пьет совсем. Сидит теперь, как тот сыч, и не вытащишь его. Говорит, больно плохо. А через то боевому духу большой вред может быть. А какой там вред, когда и так уже и некуда, без воды-то? Ну да. Ермак он, аж вот с воздуха ее добывать задумал. А какая там вода? И самое пекло же. Не плюйся. Вот такие дела. Без воды до горючки, сам, понимаешь, нам край. И надо это я понимаю. Надо черта и поболе. Ведь Аврора одной воды за час, то он и две на пар перевой. Нифига до себе. До горючки на дым тоже, он будь здоров. Так что мы тут, как есть, на мели. Надо с нее сниматься, двигать отсюда, а то грабанемся все. Такие, братка, пироги с котятами. С котятами лучше бы с водой были пироги. Так, ладно. Говорите, вода, да, нужна? Где эти все упыри? Слева. Так. В принципе, давай вот сейчас по правой части проедемся, вон там вот две эти точки. И потом уже пойдем вон туда, вон на этот, на крест. Так, сейчас, секунду. Все, поехали.
Сейчас поговорит ваш барон. Барон говорит. Так, мужики, разговорные свои. Так что лохматых от родеек подальше. Сделано? Хорошо. Братва, дошло до меня, Катало звонил, мол, что я зря Егорку Постова сжег. Типа Егорка был малый, четкий, резкий, а я его за какую-то байку для лохматых угробил. Подумаешь, нажрался и при рабах священное пламя подстал. Ну, Каталу понятно, пришлось вот сейчас кончить, тут поделать нечего. Если он кому должен был, вдовы спросите, она баба видная. Но чтобы у нас с вами, братва, особенно с теми, кто недавно прибился, непоняток больше не возникало, я так сейчас. Ответьте на один вопрос. Почему они нас слушают? Потому что мы... Здрасте. Я разговаривать с ним не намерен. Нам нужна вода, не больше, не меньше. В смысле, я ему в голову выстрелил. Ладно. Так, значит, нужно горючее и вода, да? Хорошо. Да, 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 да. Еще один такой же фанатик. Все? Больше ничего, в принципе, нету. Да, сука. Хорош, все, набегался. Так, получается, нам вон туда, да? Хорошо. Без проблем вообще. Да. Туды. Слушай, не самое приятное место. Ёпта! Дурак, что ли, слышишь? Нахрен пошел. Кто? Что такое? Не понял. Что за хрень была? Юра, не понял. Ну ладно. Так. Ну так вроде никого нету. Пойдем поближе. Эти здоровых. Херни тут летают демоны. Допустим.
Вертушка. Сейчас эти опять пустынники полезут. Нахрен надо. У меня патрон не бесконечный, чтобы с ними сражаться. Мне бы воды добить. И хорошо. Так. Ой-ой-ой, это что такое? А, неплохо, слушай, там. Угу. Так. Еще немного вещей. Хрен такой. Те самые пустынники, с которыми не хотел драться, да? Сучка. Да ёб твою бабушку. Что тут все наше, а тебя еще раз увидим, порешим. Было? Нет. А теперь, мля, не обижайся. Выходи, сука. Не пойду. Себя кучить. Дурачки. Подожди. Кого не видно. Ну вы заходить-то будете? Ходит там, что-то ходит. Ладно. Подожди. Справочек тут топает. Ёб твою богодушу. Да откуда? Дурак, что ли, блин? А, птичек как ногло нету, да? Вот это красиво, ребята, вы придумали. Слушай, нахрен я вообще сюда зашел? Все патроны растерял. Подожди, подожди, есть 18 патронов, ладно. Еще патрон есть. Отлично. Так, ну давай смотреть. Ага. Вверху, по-моему, да, кто-то был? Или нет? У меня вот там еще кто-то стрелял. Оттуда. По мне. Угу.
Блин, тут кокны, конечно. Угу, 30 патронов. Понял. Так. Еще один, двое. Свидания. Блин, что-то я не успел среагировать, то, что он сдается, сорян. Это уже моя ошибка. Можно было патроны, в принципе, не тратить. Угу. Нормально. Так, еще двое тут были. Одного я точно убил. Ага. А, ну вот второй это, походу, был. Так, и вот тут, да? Здесь двое были. Я почти не вижу. А, за машиной. Калашик. Окей. Опа. Новый этот. Угу. Угу. Замечательно, что мог сказать. Так, а так у него ничего не было. Ладно. Так, и что у нас тут? Не надо пауков, а? Вот не надо пауков. Пожалуйста. Вижу пауков. Дурак. Слушай, там вон дофига сундучков. Можно будет потом вот это залутать. Да дурак, что ли? Нахрен пошел. Угу. Слышь. Уходит, 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 уходит. Опа. Да. Да чтоб тебя семеро! Сука. Свидание. Сучка. Нахрен пошел. Свидание. Я понял вас. Ладно. Вот и тут, походу, нету. Чего-чего, воды? Явно нет. Подожди. Ага. Фигня. Ладно. Ладно, я думал, какая-то ловушка. Ну, вроде как нет. Вроде живем. Так, тут я, в принципе, все смотрел, да? Не знаю, ладно, в принципе, пойдем сходим. Если сможем на второй этаж.
патроны. Класс. Идет с Мосинкой побегать. Ну, по идее, Мосинка должна их с одной пули убивать. Хотя не факт. Ёпта, ну хорош. Меня убивает. Правда, перезаряжается она. Помрёшь, блин, 30 раз, пока перезарядишь ее. Особенно если патроны кончились. Там рычит. Не вижу. Выйди. Ты на свет выйди. Рычок. Ладно. Сколько? Давай перезарядим. 6 патронов. Там что ли, слушай? Вижу? Нет. Тут же где-то, нет? А, я понял. Да ты шутишь. Ну давай. Да ладно. Да заберись. Так, вроде нормально. Бензина нету, ладно. Нормально? Что вообще с головой? Как? Сидит он тут. Подожди. Дед заберем. Нормально. Ну, а теперь можно даже с калашом немного побегать. Патроны есть. Так, тут еще один должен быть. О, потому что так и не убили же. Так, здрасте. Нормально так. Прыги. Прыги, мать твою. Все, он довыеживался.
Подожди. Давай. Зажигалка. Не понял. А. Причина. Есть. Шум. Подожди, я не понял, а где тогда пауки? Я же пауков слышал, блин. Может, забраться никак нельзя, да? Подожди, кто тебе сказал, что нельзя? Тут вроде как есть, но, блин, я что-то сомневаюсь, что там может там забраться. Ну, тут можно. Верка. Тихо там. Нету. Даже ничего. Тихо там. Так, неплохо. Трубовичок. Нашли спальник. Окей. Подожди, это что такое? А. Понял, ладно. Ага. Отлично. Так, тут у нас что? А. Какой-то прибор для ночного видения, да? Можно лучше так. Почистить. Почистить. Так, тут у нас что такое улучшенное? Длинный ствол, тяжелый ствол. Угу. Ага, значительно повышает наносимый выстрелами урон. Нет. Нет. И это мне не так нужно. Так, вот это что такое? Усилитель сигналов. Так, комбинирует две технологии ночного видения, тепловизионного, усиленного видимого света. Ага. До войны такие ПНВ применялись только в спецподразделениях. А тут только электрооборудование. Ну давай. Ладно. Подожди, а как это ПНВ включить? Или что он там? Нет. Угу. Нет. Подожди. Как тогда его включить? Или типа он просто будет видеть врагов, если что-то... Вместе с ночным видением. Так, обождем. Давай еще сейчас аптечки сделаем. И по возможности патроны. Угу. Есть. Нормально, 40 хватит. Тоже хватит. Так. Так. Нормально. Это что такое? Детектор? А, детектор движения, то помним. Да, видели? Угу. Угу. Допустим. Ладно. Ну, в принципе, все что. Так, сколько сейчас там времени-то? 1:46. Да, в принципе, наверное, там это и закончим. Вот, в следующей серии тогда будем бегать уже по меткам, значит, там воды. Посмотрим вот там вот метку, да, одну. И вдали вот слева. Две метки тоже посмотрим. И уже будем думать, что там делать, как, что спасать, как будем наших. Все, ладно. Всем спасибо, кто приходил на стрим. Все молодцы. Огромные красавцы. Прям лучше. Люблю вас. Вот. А тем, кто это будет смотреть, ну, повторе на ютубе, да? Вот. Всем, как бы, не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. Ну, а с вами был Нелап. Всем удачи. До новых встреч. Пока-пока.